Всех приветствую, друзья. С вами Кимиев один. И поступил заказик вот на такую игру. Говорит, сделай обзор, посмотри, что за игра, выскажи свое мнение. Clash of Panzer, то есть битва танков. Но сейчас мы с вами, ребят, посмотрим, как играется, что здесь делается. И я вам дам свою рецензию, как говорится, расскажу, стоит играть в эту игру или нет, или вообще просто свое мнение. Ну, как всегда, обучающее начинается видео, точнее не видео, а обучение игрока. Это вот девушка рассказывает, куда нажать влево, куда нажать вправо, чтобы поехать прямо и назад. Обычно у этих игр постоянно все так и начинается. Следующее тут вас научат стрелять, двигаться вперед, сейвиться. Ну, не то, что сейвиться, даже сейвиться не научат, а просто так. Вот как какие кнопки нажимать. По сути, это и все будет обучение, а потом в ангар. Сразу скажу, пока вот эта вот вся муть происходит, ребят, на моем канале, если вы посмотрите плейлисты, Modern танки, Modern Assault танки, Grand танки, War танки и прочее-прочее, около десятка именно подобных игр, где там разные вот эти девушки в разных одеждах и прочее-прочее рассказывают вам, как начинать эту игру. Я вам сразу скажу, это одни из ужаснейших игр, ребят. Из таких игр можно играть только, может быть, Battle Tank Legends и Tank Force, которых у меня на канале обзоры полно. Смотрите, какие танки там качать, какие слизпремов покупать и все прочее. Все остальное это, ну, такие не очень игры, в каком смысле? Тот же Grand Tanks, многие в нее играют, да? Поначалу кажется все простенько, на мобилке, на эмуляторе и прочее. Вроде все получается. Какие-то вы фраги делаете, играя с ботами, там какие-то флаги каких-то стран, типа игры, игроки с разных стран даже бывают. Все это, конечно, провокация настоящая, по сути, в большинстве своем. Смотрите, заставочка, кстати, хорошая. А так, это игры, потом требующие доната, чтобы вам дальше пройти, что-то прокачать, где-то что-то сделать. Нужно немножко будет вкладываться деньги, но я не спорю, в игры надо иногда донатить, потому что для того разработчики и делают это игры, чтобы мы донатили, друзья. Потому что если мы не будем донатить, игры загнутся. Сейчас я зайду на сервер Европа и продолжим. Вот. Но в такие игры, как вот это, стоит ли это делать? Вот задумайтесь, сейчас вот это вот все смотрите. И потом обязательно перейдите в плейлисты, найдите Modern Assault Tank, Grand Tank, Modern Tank. Еще с десяток плейлистов, где 1, 2, может 5, 7 видео я делал обзоры, показывал, что у них. Идентичные, ребята, они просто, это игры идентичны. Вот сейчас она будет рассказывать потрясающие, ну это мой ник, это первый раз, когда Хадси вспоминает, ну и прочее, тут у них своя история, свои тут скрипты написаны на каждое ваше действие, и вам будет рассказать, что делать, начать битву. И вот сейчас, типа, у нас первый появился с вами танк, и нас отправляют в битву, где не все будет так гладко. Из таких, я говорю, танков, игр подобных, есть только две. С более-менее графиком. Многим будут спорить. Grand Tank сыграем. Modern Assault, кстати, закрылся. Или точнее, можно даже, может, поиграть. Но поддержки от разрабов нет. Я даже ее стримил когда-то. Она тоже так в топчик ходила в таких игр. Смотрите, уже по движению. Очень-очень неудобно, друзья. Едется, танк шатается. И все это происходит, честно, слегка. Вот с трудом. Точнее, легкости нет вообще никакой. Ну, пробуем. Вот сейчас двигаемся вперед по этой стрелочке. Стоит оно того, ребят, конечно, решать вам. Мое мнение имхо, это чисто мое мнение будет. Кому-то, может, и War Thunder не нравится, да, там, или картошка по каким-то причинам. World of Tanks, Blitz, там, Tank Company. Все это есть на моем канале, смотрите, выбирайте. Игр полно, друзья. Да, это новая игра, она вышла в 2023 году, как написано в Стиме. Можно скачать ее бесплатно сразу же. Ну вот смотрите, вот надо вам такой геймплей? Это все боты, ребят, это не игроки, это все бот, ботоводство, все это происходит, особенно на этих уровнях, вот вы получаете. Движение и управление очень тяжелое, вот очень тяжелое просто-напросто. Игра, ну по сути это сырые игры, они штампуются и штампуются и штампуются, не знаю зачем это делается. Говорю, десятка, вот видите, я в танк въехал, сейчас может что-то произойти, а меня... Танк частично вытеснил, и все, мы поехали дальше. Ну, сами понимаете, уровень всего этого происходящего, друзья. Поэтому, да, можно посмотреть, да, можно скачать, когда заняться нечем. Да, на ПК, я говорю, почему только на мобилке, раз со Стима, можно и на ПК это скачать и поиграть. Но на ПК-то сколько игр?
достаточно хороших. Может быть, вы думаете, это непритязательная игра и мало весить будет? Да я сомневаюсь, обычно эти игры не оптимизированы, друзья мои, совершенно. Сколько раз это уже сталкивались, с оптимизацией там все плохо. Потому что это делается, как говорится, почти на коленке. Сейчас уже не составляет труда эти детали танков сделать, и какие-то карты и прочее. Ну вот смотрите, я просто соскользнул и поехал дальше. И самое что интересно, я не могу остановить танк. Он сам катается вперед. И чтобы назад не уходить, видите, это он сам едет. Я его пытаюсь сжать на W назад. Ну или там на S, говорю, W вперед, S назад, Y. Вот. И он все равно куда-то вперед таранит, куда-то едет. Потом, оп, остановился. Это вот так долго останавливался. Едет назад. Игра, да, вроде графончик есть. Декали, танки слегка мыльные, но все равно вроде имеются. Когда за неимением лучшего, хотя что нужно, должно произойти, чтобы у вас не было возможности скачать какую-нибудь другую игру. Более такую серьезную. А тот, кто заказал эту игру, огромное спасибо, ребят. Еще раз говорю, всегда присылайте свои ссылки или названия этих игр. Если бесплатно, я скачаю с игры. Если хотите, чтобы платную игру какую-то осветил, ну тогда надо будет ее оплатить и подарить, или каким-то образом решить этот вопрос. Естественно, я это сделаю. Любую игру. Вот, в пределах разумного, естественно. Вот. А по этой танковой игре, да, вот можно и пушкой стрелять, ребят, в чем преимущество. И сразу же пулеметом одновременно. Не одновременно, а переключить с пушки на пулемет через кнопку и стрелять им, добивать как-то. Вот я это показываю, вот сделали дабл килл. Например, стрельнули пушкой, чуть-чуть осталось, разрядились пулеметом. Можно таким образом геймплей. Ну, видите, как коряво едет танк. Как тяжело им управлять. Все так медленно. А по идее это такая шустрая машинка-то должна быть. В этой игре в 2023 году просто в нынешних реалиях нет места, я вам скажу, ребята. Да, может быть, в дальнейшем разработчики там вложат миллиарды долларов, и она станет круче там всех каких игр есть. В чем я, конечно, сомневаюсь, и я уверен, да, что этого не будет. То, что это штамповка, раз за разом делаются подобные игры. Вы найдете у них, я еще раз повторю, много на канале, если постараетесь это поискать в плейлистах. Потому что, ну, смысл? Я не знаю, зачем они штампуют подобное. Комфорта от игры? Нет. Онлайна? Нет. Но они надеются, что все равно несколько сотен тысяч, может, человек, десятков тысяч человек подсадится на это. А в скором времени, чтобы прокачиваться, там понадобится донат. Ну и начнут донатить, чтобы дальше качаться. Может быть, на новичков рассчитано, которые хотят в танке, вот, по какой-то причине не слышали, что есть World of Tanks, не слышали, что есть Тундра, Армата, Танк Компани и прочее. И решили начать с танков и каким-то случайным образом забрались в эти танки и начали играть, с перепугу докачались до каких-то там левелов и прочее. Ну тут левелов нет, тут ты открываешь танки, следующие танки, и просто на них играешь. Не то, что там какой-то левел прям дикий. Проходил много, ребят. Мое мнение об этой игре не будет, конечно, положительное, но опять же, решать вам, что с ней делать, как играть, не играть, ну это ваше дело. Так, вот все, закончили мы бой. Честно было сразу мнение. Сейчас много, может быть, разговоров по этому, но, ребят, некомфортно. Надо все прочувствовать, поиграть, в ангаре полазить. Очень некомфортно. Вот плюшек накидали. Да, красивые плюшки, детали танков, короба какие-то. Вот тут я не понимаю, что это такое даже. Это хаммеры. Зачем мне эти хаммеры? Ну да ладно, вот хаммеров нам тут показали. Что-то там хаммеры делали. И типа немцы, поляки, французы и т.п. и т.д. Ну, это были боты. Или они совсем там какие-то оголтелые, эти поляки-французы с большого бодуна играли, чтобы вот так вот играть. Идем. Еще какая-то статистика после боевая, вы видите, там 9 раз попал, 16 раз выстрелил. Дали следующий мне танк, ребят. И тут же к нему он пушечки какие-то, можно добавить, гусельки. И вот девушка милая нам говорит, вы повысились дальше и прочее, вот вам танк. Давайте сделаем, зайдем туда. Смотрите, что у нас имеется. Вот АФА и вот этот вот Брэдли теперь есть у нас. Брэдли, да? Вот он, у нас теперь есть Брэдли. Надо радоваться. Она опять информацию какую-то нам сообщила. Обновляем модуль. Вот тут, видите, вот так можно обновлять модуль. То есть сделать его лучше. Ну, в принципе, вы это понимаете, что и как прокачка происходит. Tank Force, Battle Tank Legends, там уже это все отработано. Красочно нам показали, что у нас танк
Брэдли стал лучше. Кто играл в такие танки подобные или в других, знают, что такое Брэдли. Брэдли это супер нагибущая машина. Но что здесь он этот покажет Брэдли, это большой вопрос еще раз, потому что, ну, кому это вообще нужно? Так, хотя вы в прошлый раз произвели на меня впечатление, теперь покажите, как вы будете производить меня. То есть после того, как я произведу впечатление на Брэдли, у нас что-то получится? Да, конечно, нет. Виртуальная девушка так завлекает, чтобы дальше играли в эту игру. Сейчас вот это все соберем. Произвел впечатление, но, наверное, я должен от этого просто обалдеть и сказать, ну все, я дальше иду производить на тебя впечатление. Поехали. И опять идем в подобный же бой. 4 на 4 или там 8 на 8. Тут уже непонятно. Ну, 4 на 4. Похоже, да. И на Брэдлике мы поедем. Вот показано, как тут все будут стреляться и биться. Победа, ура. Так это делается. 0. Все, идем в бой. Брэдли. Потрясающий танк. Но опять же, потрясающий танк это не в этой игре. А здесь, смотрите, красочные карты. Да, видите, вот. Красный песочек даже можно посмотреть. Пальмочки. Может быть даже шатающиеся, если там настроить графику. Но опять же, вот все то же самое. Смотрите, проехали мимо меня бот. Я им не нужен оказался. Вот он летит как оголтелый мимо. Пролетел. Я в него стреляю. Разворачивается. Вам нужен такой геймплей, ребят? Если нужен, то, конечно, добро пожаловать в эту игру. Но такие игры Steam берет на себя, я не знаю, почему. Чисто мое мнение, ребят. Не пытаясь никого учить, не пытаясь ни к чему привлечь, что и не играйте прям. Нет, играйте с удовольствием. Почему нет-то, если это нравится? Опять же, я это делаю обзор, и я высказываю свое мнение. Будете делать обзор вы выскажете свое, чтобы было заранее. Кто-то скажет, я помню, Гранд Танки. Такой один в один такой же, только, может, даже похуже. Кто-то говорит, да нет, я играю в нее 4 года, а ты говоришь, говно. Ну, это мое мнение. Потому что есть лучше, есть чем сравнивать. Когда есть спелые бананы, зачем грызть за сухой или гнилой, да, и мучить себя, и говорит, ну я же 4 года его ем. Ну и ладно, это твое дело, если ты хочешь мучиться, продолжай, но есть же более интересные игры. И причем сейчас эти игры идут, что почти на любом компьютере пойдут, там в CD-версиях, я же не говорю о HD там каких-то версиях, на мобильных, если это не кнопочные, естественно, и там не 16 мелодий просто закачан. На любом компьютере пойдут более интересные игры. Так, вот они. Тут видите, водичка даже резон. Могут, они карты рисуют хорошие, ребят. Сейчас плохих карт в принципе не бывает. Но все остальное, и оптимизация, и движение танка, и прочее-прочее, да и сама составляющая. Смысл этой игры не понятен. Прокачаться? Да вроде тут, ну, появятся новые танки, вопросов нет. Какие-то баталии клановые, я не думаю. Там Танк Форс до сих пор мы клановые ждем. Точнее, уже я-то и не жду, а может кто-то ждет, потому что они этого, наверное, никогда не сделают. А здесь клановых, естественно, сильно-то никаких не будет. Но может быть, взвода когда-то реализуют. Нет, имеется в виду в Tank Force Battles не клановые, а взводные игры. Нет, и здесь их не будет, ребят. Просто так поиграть, а потом вас попросят, надо донатить, иначе вы долго будете прокачиваться. Это все однотипно. Игра для меня неинтересна. Игра та, которая не стоит уделять ей даже внимания. Я, конечно, рад буду, что вы посмотрите обзор, там поставите лайк, дизлайк. Обязательно напишите свой комментарий по этому поводу, на который я обязательно отвечу. Ну и, естественно, в рамках разумного, без всякого там ругательства в сторону и во все стороны. Так, ну вот смотрите, нам говорят, можно то. Вот уже предлагают, уже можно что-то купить. Они, это стабильно, ребят. Тут нам рассказывают, что мы можем покрасить его. Да, мы типа его покрасили. Все отлично, все хоккей. Тут можно какие-то наклеечки на него сделать, кастомизацию произвести. Что еще здесь нам расскажут? Ну вот ветки танков. Посмотрите, я вам сейчас покажу, вот что здесь. Вот это танк называется. Танк, все. Это все танки здесь. Вот смотрите, тип 96, Т-14 армата где-то. Дальше, вот этот радужный танк. Не, но это нам не надо. Это не то. Шеф МК-1. Шеф даже у них есть. Шеф МК-1. Очень хорошие танки. Причем реализованы декальки-то потрясающие. АФ. Вот смотрите, это тут и колесная техника, бронетранспортерки. Потом вот это, по-моему, там какая-то арта. Что за красный наш?
вот смотрите, джип Хаммер. На Хаммере погонять можно. Так, по приколу, конечно, но, ребят, еще раз повторюсь, пошаритесь и увидите очень много подобных игр у меня на PlayStation, где более комфортно играть, ребят. Хотя эта игра вроде написана в 23-м году вышла. Может, она в 23-м появилась в этом, в Steam. Потому что ничего нового в этих играх. Ну, тут, конечно, установочка бодрая, да? Кажется, на ней как шарах, зашарашишь, всех убьешь сразу же. Вот так, ребят, я не вижу смысла просто продолжать тут какие-то действия. Очень много обзоров про подобных, подобным. Вот прям один в один игры. Просто девушки другое нарисованы и точно так же все объясняют. Все рассказывают. Пишите свое мнение, ребят. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте, в какие танковые игры еще сделать обзор. Пишите с удовольствием. Сделаю, если будет время или это будет интересно. А так, все остальные игры обозреваю, играю. Выходят видео частенько. Вступайте в телегу, в группу ВКонтакте, да и везде, в Дискорд, то же самое. С вами был Кимеев1, всем пока-пока и до скорых встреч, друзья.